Скажите, что дает шикха? Без шикхи можно проходить инициацию? Шикха – это означает, что мы стремимся к Вишну, что мы его слуги, это наш отличительный знак. И это, знаете как, вот мы носим тхоти, это говорится, что мы как бы мы с собой представляем, как вот врач надевает одежду, полицейский одевает свою одежду, и вы по одежде можете определить, кто какой человек. И вайшнавы, они, чтобы выделить себя из всех других, они носят шикху. Она нравится Кришне. В духовном мире у многих шикхи, у всех. Вот. И это признак того, что мы последователи Вишну, Кришны. Имперсоналисты, они отвергают Вишну, поэтому они шикху не растят. И поэтому по ведической традиции, если вы видите какого-то человека без шикхи, значит, он имперсоналист. Вот. Я скажу честно, мне было тяжело вырастить шикху, потому что я думал, все будут смеяться, я там живу в обществе, там, там никто не поймет. И это был стереотип, который я, к счастью, пережил. Особенно, когда я приехал в деревню, там думал, тоже будут смеяться, говорят, вот чудик приехал, ежик, ну так они йогов называют всяких там. И нет, видимо, то, что я старался уважать эту шикху, это как бы вот прижилось нормально. И с тех пор как бы и ношу без проблем. Три раза стеснялся, три раза сбривал. И потом думал, все, либо я кришнаит, либо я не кришнаит. И вот живу с шикхой. И никто даже не замечает. Даже обидно, думаю. Обратите внимание, у меня не такая прическа, как у вас. Вот, это означает шикха. Поэтому, если человек собирается преданно на инициацию, шикха должна быть обязательно. Это культура. Понимаете, мы не должны стесняться этой культуры, мы не должны стесняться Бога, мы не должны быть, стесняться того, что мы представляем Бога. Есть фильм такой один хороший, кармический. Он называется «Меня зовут Кхан». Вот. И это случилось после того, как взорвались в Америке эти две башни, в которые попали самолеты. Всех мусульман стали ненавидеть. И люди боялись носить свои одежды, выдавать свою принадлежность к религии. И там был один парень, он был больной, у него была болезнь, он был вот такой, ну, не совсем в порядке. И он решил встретиться с президентом Америки, чтобы ему сказать, что он мусульманин и он не террорист. И он добился этой цели. И он добился того, что он показал, что свою религию и свою культуру надо уважать и ценить, и беречь, независимо от того, в какой среде ты находишься. Потому что именно это и будет вызывать уважение у людей. Нас иногда не уважают, потому что мы боимся своей религии, боимся своей культуры. И поэтому мы застенчиво носим тхоти, застенчиво носим какие-то атрибуты, шикхи. Поэтому надо посмотреть на себя и подумать все-таки, черт возьми, я кришнаит или не кришнаит? Расти, шикха, расти! Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гиту около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие.